Виктор послал меня за тобой. Где он? На задании, не переживай. Вы встретитесь в аэропорту через час. Ты что? Не надо. Я останусь здесь. Я пытаюсь защитить своего брата. Знаю, и ты имеешь на это право. Я просто... Его убьют, как только Орден узнает о тебе. Это лишь вопрос времени. Надо. Он твой брат.